Операция только что закончена, товарищ комиссар. Да-да, та самая компания спекулянтов-валютчиков. Слушаюсь, товарищ комиссар. Ну что же, ребят, работали мы неплохо. А это что? А что ж ты билетики-то в кино не приобщил? Зачем? Что, выбросить, что ли? Так ведь и так все ясно, товарищ полковник. Да? Все взяться по личным и теперь сами рассказывать на перегонке. Подожди, а ты же говорил, что эти билеты завалялись в карманах двух разных лиц. Да. Смотри, оба билета в кинотеатр «Ударник». Этот на сеанс 14.30 и этот на сеанс 14.30. Два билета на один и тот же сеанс. Оба 19-й ряд на одно и то же 16-е место. Числа разные. Вот именно. Значит, это место использовалось уже не один раз. Вероятно. Ну, оставь-ка их мне. Все? Да. Спасибо, ребята. А ты, Алешин, все о том же. Да, сегодня две недели, как я вам поговорил. Вы обещали подумать, Николай Иванович. А что мне думать? Мне нечего думать, это ты подумай. Так я думал, я старался. Но я окончательно убедился, нет у меня никаких способностей. А для того, чтобы здесь работать с пользой, нужен же интерес и призвание. Ах, вот как. Призвание? Значит, по-твоему, есть люди, которые от рождения призваны копаться в помоях? Которых страсть, как интересуют липовые счета, подчищенные чеки. Я же не отказывался, когда райком меня послал. Могут же быть у меня другие стремления. Товарищ Николаевич, извините, я жду вас уже 2 часа. Я предупреждала гражданку, что у вас оперативное совещание. Ну, когда товарищи вышли, я же сказала вам. А я вам что сказала? Ну, я же вас просила. Лидия Николаевна, пропустите, пожалуйста. Проходите. Чем могу служить? Наша газета мне поручила написать серию очерков о работе ОБХС. Нет. Это просто поразительно. До чего у нас побывательски много болтают и совершенно ничего не пишут об этом. Ясно, ясно. Только я должен вас разочаровать. Работа у нас будничная, скучная. Ну что? Да, да, да. Вам лучше в угрозыск зайти. Вот там приключения, перестрелки, убийства. Есть, так сказать, пища для вдохновения. А тут что же у нас? Спекулянты, растратчики, взяточники. Так сказать, выгребаем отбросы. Зачем же вы так скромничаете? Разве? Меня прежде всего интересуют люди. Я понимаю, вы заняты. Но, может, вы мне посоветуете кого-нибудь из ваших сотрудников? Человека яркого, типичного. Типичного? Вот, пожалуйста, типичный милиционер. Для начала и познакомьтесь с товарищем Алешиным. Желаю успехов. Самый типичный. Пожалуйста. Алешин. Вот что, Алеша. Займись-ка ты напоследок этими билетиками. Возьми. Ну вот. Мог бы для приличия хотя бы удивиться. 2 года не виделись. Да-да. Ты совсем не изменился. Все такой же холодильник. Ну как же так случилось? Ты окончил техноложку, химик, и вдруг милиционер. Ну, комсомол дает путевки, ведь не только на Целину. Ага. Ну как, Виктор, все хорошо? Его давно уже нет. Порхает где-то. И знаешь, я даже рада, что так случилось. Ибо.
какой же ты милиционер. Ты же почтешь спекуляцию. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Я вижу, не больно ты увлекаешься своей работой. Угадал, уже подал заявление об увольнении. Ну ты черт знаешь, что такое? Твой начальник, он что, смеялся надо мной? А я доволен. Но толку от тебя мало. Знаешь что, пойдем в кино. Дайте два билета в 19-м ряду в середине. Если можно, 16-е и 17-е место. Хорошо. Тоня, пойдем. Что? 16-е и 17-е уже куплены? Да. И 15-е тоже? Тоже продано. Ну тогда дайте мне 16-е место в следующем ряду. В 20-м. Андрей Матвеевич. Проходи. Ну скажите, который проходи, час? Проходи, заткнись. Больно. Заткнись, говорю. За что, дяденька? Ах, легавый. В 9 на Финляндском. В ресторане. Так, так. Понятно. Вот дурак. Плюхнулся прямо на горячее место. Взял бы хоть билет рядом, оглядел сперва. Хорошо. Слушай, ты на встречу все-таки пойди. Да, ну там посмотрим. Угу. Да, этого соседа твоего подобрала скоро. Андреев уже был у него в больнице. Ну а теперь запоминай, это будет твоя легенда. Значит, только что вернулся из заключения. Отбыл срок. И там от некого Андрея Матвеевича получил явку в кинотеатр. В бане. Познакомились они в бане. Да. Нет, фамилии не нужно. Будешь работать под своей. Оно надежнее. И вообще ты там не переигрывай. Да. Если нужно, пользуйся лучше своей биографией. Ну-ну. А, подожди. В 20:00 будь на углу Пестеля на автобусной остановке. Увидишь Андреева, лезь в автобус. Там в толкучке он сунет тебе справку об освобождении из заключения на твою фамилию. Познакомились мы в бане. Он направил меня в кино. Сказал, поклонись, Андрей Матвеевич. Сколько сидел на нарах?
шарнуть хочешь? Скажи, как там? Еще не пробовал. Тайская жизнь, сам понимаешь. А как кормят? Фрукты, шоколад. Как у вас в Корее? Фрукты, шоколад, сигареты. Фрукты, шоколад, сигареты. Ну давай, давай, гуляй, гуляй, гуляй. Фрукты, шоколад, сигареты. Делать что умеешь? Учился в химическом, не закончил. Крыша есть? Нет, я ведь только вернулся. Пошел прямо в кино. Ладно. Сегодня переночуешь у меня, а там будем смотреть. Я прошу его извинить, но боюсь, что в ближайшие дни его не будет. Ах, вот как. А скажите, он здоров? С ним ничего не случилось? Это в каком смысле? А, да, здоров, совершенно здоров. Кстати, дело поправимое. То, что обещал вам Алеша, могу рассказать вам меня. Вы знаете, мы с ним по всем вопросам договорились. Так что не стоит начинать все сначала. Товарищ Андреев, вас просит полковник. Извините, пожалуйста. Я буду вам звонить. Нет, Николай Иванович, Алешин не вернулся. А что он за два дня позвонить не мог, что ли? Куда его там угораздило? Общежитие. Вы появились сквозь запертую дверь, как Афродита из пены. Я не торгую пиво. Сиди там. И не смей подходить ко мне. Получишь по морде. Это ты от Тельтовну ушел? Да, порядочно. Тебя как зовут? Ты, наверное... Не заводи свой граммофон. И вообще, я Мерлин Монро, у меня тут жена номер лифчика. Понял? Господи, как мне все это надоело. Ты из той же крысиной породы. Допустим. А ты? Ты, видно, из тех, кто больше верит цветам, чем людям. Только не говори, что это ты сам придумал. Скажи ему, а впрочем, ничего не надо. Да ты подожди, он сейчас появится. А мне это все равно. Передай ему и скажи, что мне они больше не понадобятся. Почему дверь не заперта? Ты что, выходил? Дверь отпирал не я. На, держи. Инка Эстонка была? Ага. Давно? А вот только сейчас. Ладно, сама прибежит.
Ну, чувак. Че? С тебя комиссионные. Тебе здорово повезло. Говорил сегодня о тебе с боссом. Расспрашивал. Ты ведь сказал, учился на этого, на химика. Ну-ну. Завтра утром пойдешь вот в этот институт и оформишься на работу. Жить пока будешь у меня. Какой институт? Что мне там делать? Зарплату получать. Ну что, Алеша, навидал девчонку, а? Работница с текстильной. А как смотрится, а? Мерлин Монро. И номер бюста тоже ей был. Шкура. Послушай, а кто меня возьмет в этот институт? Ну, что ты лепишь? Босс послал, значит, возьмут и оформят. Ты еще не знаешь, что такое босс. Здравствуйте, Ардальон Тихонович. Здравствуй, здравствуй, Травкина. Козая такая. Вы кого-нибудь ищете? А может быть, вас? Да ну вас. Девушка, девушка, одну секундочку. Мне нужна лаборатория полимеров, а точнее ее начальник Лебединский. Так это со мной. А вы его приятель? Ну, пока нет. Ловко, где вы торгуетесь? Я жду. Очень остроумно. Сейчас, сейчас. Сходите, он у себя. Понятно. Все это не так сложно, если немножко пошевелить мозгами. Товарищ Лебединский. Да. Меня прислали оформиться там. Идите. И делайте так, как я сказал. Да, вы правы. Действительно просто. Черт. Фамилия. Алеша. Дайте заявление. Пожалуйста. Идите в отдел кадров, там вас оформят. За гусь прошел. Как вы не знаете, товарищ Блинов, начальник нашего отдела. Почти член-корреспондент. Ага. Чем вы моете? ЭДТУ. Динатриевая соль, этилен, диамин, тетраоксидной кислоты. А кто вам посоветует? Как это? Сам. Вы маракуете в химии? Да ну вас! Лебединский абсолютно не в моем вкусе, что вы! Его еще знаете, как у нас называют?
Великолепный сухарь. Нет, нет, напрасно вы так решили. Сначала действительно, в него были влюблены все наши девушки. Но потом, после открытия Илона, он просто ни с кем не разговаривает. Почему же? Как раз сегодня я с ним довольно долго разговаривал. Ну? Занятный парень. Только что вы все носитесь с этим Илоном? Как это носимся? Никто не носится, просто Лебедянский скоро закончит свою диссертацию на эту тему. И вы увидите. Это будет событие. Ну, еще один из бесчисленных синтетиков. Наштампуют пуговицы. Что вы, даже электроника сегодня не может существовать без Илона. А потом из него можно сделать массу прекрасных вещей. Ну, например, плащи. Лучше, чем баллони, честное слово. На выставке достижений были выставлены опытные образцы. Вы бы видели, какой был успех. Лебедянский давал пояснение. Ой, он был просто великолепен. А вы были, конечно, с ним там и разделяли его триумф. Не извините, пожалуйста. Да, я была там. Я просто работала вместе с ним на выставке. Творчество. А как вы понимаете процесс творчества? Творчество? Это единственная возможность у мужчины родить ребенка. Да-да, конечно. Те же муки и та же неблагодарность новорожденного. Пожалуйста, прошу вас дальше. Между прочим, Илоном интересовались многие крупные люди. К нам приезжали директора московских заводов из Прибалтики, с Украины. Кто они такие? Не помню, кажется, один из них был из Риги. Они с интересом рассматривали наши экспонаты и долго расспрашивали о выработке из Илона тканей. Мне тогда здорово повезло. Меня пригласили поужинать в Асторию. Ну да, Лебедянский на радости. Нет, не Лебедянский, а директор. А, вот что. Теперь понятно, почему он так заинтересовался Илоном. Да вы просто отелло. Нет, нет. Пожалуйста, ничего не подумайте. За столом нас было трое. Вообще, они говорили только о делах. Директор снова восхищался Лебедянским, говорил, что открытие его недооценил. Предлагал опытное внедрение Илона на своем предприятии. Ну и что же Лебедянский? Лебедянский? Он потом пошел танцевать. С вами? Нет, с дочкой. Погоди, погоди, с какой еще дочкой? С дочкой директора. Ах, ну да, я совсем забыла о ней сказать. Она, собственно, зашла только попрощаться с отцом. Принесла ему ключ от номера. Так, ничего особенного. Понимаете, Лебедянский очень любит танцевать. А я в этот вечер не хотела. Не могла же я в старых туфлях, да еще без каблуков. Вот тут директор за мной действительно ухаживал. Вообще было ужасно весело. Ну что, пора по домам. Знаете, по-моему, это не я, а вы интересуетесь Лебедянским. Во всяком случае, больше, чем мной. Вот почему так получается? Сначала ухаживают за мной, а потом вот так все кончается. Ну зачем так мрачно, Кнопка? Между прочим, меня Лебедянский сегодня расспрашивал про вас. Про меня? Да, правда. Ну и что вы ему ответили? А я ему наврала. Сказала, что вы отличный парень. Разрешите? Я просмотрел список, кому были посланы пригласительные билеты на выставку. Это Москва, Урал, Прибалтика. Рига, 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 Рига. Что такое Лебедянский, понять не могу. Безусловно, талантлив, умен. Яркое будущее, всеобщее признание уже сегодня. Да, и тут же безоговорочно оформляет Алешина на работу. Вот что, Шандыш. Поезжай-ка ты завтра в Ригу. Займись этим списком. Может, среди них босс, а?
Артамен Тихонович? Да? Вы не забыли, что завтра в 12 ученый совет? А, ну, спасибо. Что это вас так интересует? А, товарищ Блинов после научных трудов отбывает на отдых. В научном отношении абсолютный нуль. Дуб. Поди ж ты. Собственная машина, дача, положение, деньги. Эковы. А я-то думал, вы в дружбе, он вас так всегда встречает. Даже обнимает. Да, обнимает. Так что не вырвешься. Что вы не уходите домой? Меня дожидаетесь? Да нет, вот журналы просматриваю. Знаете, дома у меня не очень-то. Отстал я все-таки. А что, читаете по-английски? Ага. Ну что ж, я могу подбросить кое-что поновее. Спасибо. Вам никогда не приходило в голову, что у нас в почете должности, а не таланты? Вот попробуйте выгнать кого-нибудь за бездарность. Из него сразу горой вступятся месткомы, суд. И уйма возможностей для бесполезного человека развить кипучую деятельность. Заседание, представительство, общественная работа, писанина. Есть такой спорт, что ли? Залезают ногами в мешок и бегут на перегонки. Так побеждает не тот, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешке. Значит, договорим. Николай Иванович. Вы ко мне? Нет. Я только спросил товарища Андреева. Угу. А вы не об Алешине? Да. Что же мне не позвонили? Я вам звонил, но... Ну, что нам? Андреев говорит, что... То есть он ничего не говорит, но я чувствую, что от меня что-то скрывают. Скажите, что с ним случилось? Да ничего с ним не случилось. Поверьте мне, он здоров и в полном порядке. Ну, сейчас его нет. Я еще не знаю, когда он будет. Это все, что я могу сказать вам сегодня. У вас есть мой телефон? Да. Ну, так звоните. В детстве мне пришлось туго. Я, видите ли, всегда был первым учеником, ну и всегда галаштанником. Мой героический папенька после фронта не вернулся. Остался с боевой подругой. Так что мать одна тянула меня в люди. И в это помогли ей те самые месткомы? Ну, только, пожалуйста, не агитируйте. По существу в каждой области все решает несколько талантливых одиночек. Они потому и одиночки, что талантливы. И трудно им, потому что они одиночки. А как вы думаете, будь я, скажем, в той же Америке, вот такой же химик, автор Элона, я бы, наверное, имел бы уже виллу, текущий счет в банке, а? Впрочем, в Америке при тех же условиях я бы вовсе бы не был химиком. Не выбился бы. Кошмар. Здравствуйте. Здравствуйте. А я всегда верила, что Толика ждет большое будущее. Вы знаете, даже никто не подозревает, какой это добрый, деликатный сын. Вот недавно, ну, вы сами понимаете, иногда не хватает. Ну, я связала несколько кофточек для продажи. Да, а когда Толик узнал, так рассердился. Не надо, говорит, маму унижаться. Жалеет. Мамахин в своем репертуаре. Да нет, Толик, я ничего. Поговорили. А не пора ли освободить площадку? Да, сейчас, сейчас. Ухожу, ухожу. Вот-вот. До свидания, до свидания. Вот. Слушайте, вы, кажется, положили глаз на нашу милую кнопку. Что, ревнуете?
Впрочем, великолепный сухарь не удостаивает женщин внимания. Нет, удостаивает. Только не у себя в институте. На работе все должно быть чисто. Впрочем, я вас понимаю. Вы ведь давно не видели женщин. Почему? Ну, только не прикидывайтесь казанской сиротой. А, вы вот о чем. Да нет, женщины ведь везде есть. Выбор не тот. А жизнь идет. Слушай. Значит, все-таки можно жить и там, если махнуть на все рукой. Привыкнуть, приспособиться. Ну, это как сказать, как кому. В карты играешь? Нет, терпеть не могу. Ну, плохи твои дела. Если сам не играешь, так тебя в два счета проиграют. По частям догола разденут, а то и ножичком полоснут. Там ведь знаешь тоже, талант-одиночка продирается сквозь толпу ничтожеств. Только не с диссертацией, а с ножичком. А ты им что? Интеллигент. Вот брюки, пиджак, колеса, ботинки. Только тебе и всего. Не, не советы. Гадость. Кто там? Я. Иди сюда. Я тебе должен сказать что-то важное. Ну? Инка из Тонка не заходила? Откуда знаю? Я же был в институте. Шкура. Я сегодня весь город обшарил. Прячется шкура. Это то важное, что ты мне хотел сказать? Заткнись! Стой! Сними сапог. Не приучен. Ах так? Слушай. Завтра в 12 ты будешь... Что-что? Я говорю, завтра в 12 часов будешь в Петропавловской крепости. В соборе встретишься с боссом. С боссом? А как я его узнаю? Солидный мужик. Да он сам тебя найдет. Ты ахнуть не успеешь, как он вот перед тобой. Часов. 12 o'clock. Thank you, thank you. Царизм свергли, а все ходят и ходят смотреть на него. Люди любуются красотой, чем до таланта в этой работе. Царизм под полом догнивает. Эх вы его. Таланту вашему не забывайте, жевать надо. Кто платит, тому и угождают. Сколько золота и мрамора наворочили. А по мрамору надпись Петр Александр. Кто капитал вложил, тот и славится. Кажется, видели нашего друга в санатории. Одни процедуры пришлось принимать. Горюет? Горюет, небось, бедолага, по шевелюре-то. Пышная была такая.
Да как вам сказать? По-моему, он лыс, как бильярдный шар. Самодаш. Да, время дремучее. Соцдействительность. Такие штучки уверенность и спокойствие возвращают. Ну что еще? Понимаете, мне очень трудно ориентироваться, когда я, собственно, не знаю, что вас интересует в этом институте. Что мне там делать? А, зачирикала пташечка. Дурной крови много, лечить надо. А ведь не пташка ты, дятел. Стак, 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 стак. С ленивой конфеткой купили. Да что вы, дешевка крестный. Хирургически, только хирургически. Крылышки укоротим, порхать не будешь. Шучу я. Я эти самые шутки до ужаса люблю. Перейдем к делу. Задание получите позже, скрывать не буду, к вам необходимо присмотреться. А пока осваивайтесь, врастайте, щупайте почву, шире знакомьтесь, участвуйте в сабантуях, за столом не скряжничайте. Субсидия будет, конечно, в разумных и допустимых суммах. О! Теперь запомните, всякая там самодеятельность исключается. И обо мне не выспрашивать, сам явлюсь. Понятно? О, Трубецкой бастион. Ну, а дальше вы сами осматриваете. Не люблю я этих ужасов царизма. Бывайте. Ну как вы тут без меня? Анатолий Борисович спрашивал, почему вас нет. Я сказала, что вы в военкомат ушли. Ты умница. Мы испробовали Элон уже в 25 видах самой различной продукции. Да. Простите. Кто это? Один наш молодой сотрудник. А... В чем дело? Да нет, ничего особенного. Знаете, пожалуй, не стоит откладывать. Статью я вам занесу проверить завтра. Александр Иванович! Александр Иванович! Да. Вас Анатолий Борисович зовет. Она ушла? Кто? Ну, это корреспондентка. Вы тоже заметили. Вот нахалка, а? Ушла, ушла. Куда ты исчез? Слушай, брат, ты, оказывается, просто неотразим. Стоило тебе только заглянуть, как эта девчонка совершенно ошалела. Ага, вся вспыхнула. Спрашивает, кто это? Не знаю, чем я ее так. А вот завтра она сюда зайдет к трем, я тебя обязательно познакомлю. Но суть не в этом. Она собирается писать об открытии Элона. Это ужасно, кстати, сейчас, понимаешь, вставить фитиль товарищу Блинову. А при чем тут Блинов? Увы, мой друг, существует такой особый род заботливых научных руководителей. Всеми это они руководят, всем помогают, там зернышко клюнут, там пушинку стащит или соломинку. Глядишь, общими усилиями и себе докторскую слепил. Мне нужно пока не поздно и в печати закрепить свое авторство на Элон. Понимаешь? Разрешите? А, приехал. Заходи, заходи. Ну, садись, рассказывай. Не зря съездил. Боюсь, разочарую, Николай Иванович. Но. Да. Из всех директоров оказался только один, побывавший на выставке. Это некто Рубцов Михаил Петрович. Да. Директор промкомбината. Довольно заметный хозяйственник с хорошей репутацией.
Передовой. Промкомбинат его неизменно держит переходящее знамя. Да. Выяснилось, что этот Рубцов предложил Лебедянскому опытное внедрение Элона на своем предприятии. И тот согласился. При этом Лебедянский получил довольно-таки крупную денежную премию. Но все это на совершенно законных основаниях и оформлено соответствующим договором. Вот тена. Ну, а о чем, собственно, договор? Вот. Институт, то бишь Лебедянский, представляет всю документацию, технологию, а также порошок катализатора Элон. Кстати, я выяснил, несколько килограмм этого порошка достаточно для производства 1000 метров отличной синтетической ткани. Ткани? Ну и что же Рубцов делает с этой тканью? В том-то и дело, что промкомбинат по договору из этого порошка выделывает только полуфабрикат. В гранулах. Вот. И весь этот полуфабрикат возвращается в лабораторию Лебедянского. Там у него мастерская. Они из него делают разные. Ты уверен, что весь полуфабрикат возвращается в лабораторию? Весь, Николай Иванович. Я проверял. Отчетность в полном порядке. Так. Позволь. Какой же тогда интерес Рубцову? Да? Алешин. Да-да, слушаю. Да? Кто? Ах, это журналистка? Когда? Завтра в 3. Ну, не волнуйся, это мы уладим. Прошу, пока не ходить. Беседа с начальником отдела, товарищем Блиновым. А эта девчонка так и не явилась. Чья там подпись? Б. Гриценко. Ну да, не справилась, дуреха, и тему передали другому. Да, товарищ Блинов скромно не отрицает свой вклад в это открытие. Это мне урок. Больше нельзя откладывать защиту диссертации. Завтра же иду к директору. А то и защищать-то будет нечего. Это диссертация? Да. А можно я ее прочитаю? Возьми. Может, присоветую, что перед решительным боем. О! Здесь что, уже семейное общежитие? Ну, милости просим, а то Егор, вот, да чертиков уже надоел. Инка не забегала, не видел Инку. Весь город обегал. Он тебя видел? Нет ли выпить чего-нибудь? Ты забыла, где искать? Ключи, значит, опять к тебе вернулись. Понадобились все-таки. Да мне-то понадобилось. Мне нужен этот потонок. Вонючие губы, липкие лапы, хорек, рыжая крыса. Лучше бы мне умереть. Инка,
Что случилось, Инь? Ну, скажи, я, может, помогу, Инь. И же расчувствовался. Такая же сволочь. Ты знаешь, что эта шкура задумала? Влюбилась? Да-да. Но я ее все-таки нашел. Она мне лапки на грудь. Больше не могу, говорит. Отпусти, ради бога. Люблю. Ну, я чутко расспрашиваю, кто что. Инженерик с ихнего завода и т.д. Но я благородна. Пожалуйста, детка, будь счастлива. А вчера встречаю этого Ромео в уютном местечке. Подхожу к нему вплотную, вежливо, и говорю: инженер такой-то, он тоже культурно, чем могу. А я его весь холку взбил так, что он на харачках полз. Потом поднял его за шкирку, поставил на копыта и показал фото. Инка во всех видах, в чем мать родила. Итак... Эдак, это фотографировать люблю. Понимаешь? Да, вот хочешь, на, полюбуйся. Подлец. Не смей! Прекрати! Дурак! Прекрати! Ты что? Давай, уходи отсюда, живо. Давай, давай. Ты знаешь, как доставить мой труп, когда меня вызовет босс? Соскучился по разговору с абодажем? Какая ты все-таки действительно скотина. Жалостливый. Уж не сам ли к девчонке ладишься? Счастье твое, что сегодня. Сегодня я говорил с боссом. Он велел тебя завтра в 12 ждать на условленном месте. Можно? А? Ну как, прочел? Ты знаешь, здорово. Дело даже не в Илоне, а эти серии соединений, которые ты нащупал, твоя методика, открывает такие возможности. Все-таки понял. Илон, брат, это только первая проба, и с ней надо кончать. Надо немедленно сдавать диссертацию и двигаться дальше. В ней вся сила, будущее, свобода. Мы еще раз с тобой такое покажем. Давай выпьем. Будь здоров. Слушай, Сашка. Давно язык чешется тебя спросить. Я сразу почувствовал, что ты не из той породы. Ну, институт не закончил. Подумаешь, господи, ты же прирожденный химик. Ты знаешь, так ведь случилось. Нет, ты меня не так понял.
пожалуйста. Ты прости, может, тебе это неприятно? Ну, хорошо. Ты там когда-то влип во что-то. Но отмучился. Вышел. Вышел совсем чистым, да? Ну, зачем же ты опять в петлю-то влез? А ты зачем влез? Пошел вон. Так наглел совсем. Стой! Ну что? Возьми стул, сядь! Черт! Дверцы меня с ума сведут. Поговорим на чистоту. Ты что, собственно, вообразил на мой счет? Я абсолютно не знаю, какими махинациями занимаются твои приятели, но то, что делаю я делаю на совершенно законных основаниях. За исключением того, что ты их снабжаешь порошком для этой махинации. По договору. С излишком. Откуда взял? Да брал-то не я. На, вот, вот. Сабодаш приказал тебе передать. Он хотел, чтобы я еще припугнул тебя при этом. Наглец. Да я его не боюсь. Он у меня сам в руках. Этот пузырь из каждой запечатанной пачки ухитряется выудить несколько бумажек. Да стоит мне только позвонить. А что за петли? Понимаешь, в одиночку тебе не выкрутится. Разве вместе, что со мной? Уйди. Я устал. Что? Диссертацию, говоришь, хочет защищать? А вам что до этого? Я так, между прочим, об этом сказал. Так вот, значит, что он задумал. Из силков захотел освободиться. Не выйдет. Слушай, Алеша, вот когда твоя минута пришла, действуй, как знаешь. Хочешь, бери на испуг, или там какие научные заковыки подведи, только это надо немедленно поломать. Отменить, понимаешь? Чтоб никакой диссертации. Деньги на тебя взял? Взял. Сперва не хотел, даже грозился. Он говорит, у меня в руках, вы якобы у него из каждой пачки по несколько бумажек выуживали. Он звонил? Кому? Ну да ладно. Ах ты. Вот что. Задание тебе насчет диссертации отменяю. Этим я сам займусь. Я ему вправлю мозги. Кажется, я начинаю понимать, почему он так окрысился на диссертацию. Почему? Ну, понимаешь, пока Илон в лабораторной разработке, ну, то есть до защиты диссертации, всем бесконтрольно распоряжается Лебедянский, а это Бус как раз нужно. Зачем? Все дело в том, что Лебедянский в Ригу посылает гораздо больше этого порошка, чем оттуда возвращается в Гранну. Постой, это что-то новое? Нет, дело не в этом. У Лебедянского есть последняя надежда, что с защитой диссертации все кончится. Тогда он вырвется из рук этих прохиндеев. Они потеряют к нему всякий интерес. Тогда эта история будет похоронена, ты понимаешь? Он защитит диссертацию, вот увидишь. Вы слышали сенсационную новость? Анатолий Борисович отказался от защиты диссертации. Вот это научная добросовестность. Диссертацию надо защищать, Ардальон Тихонович. Меня поражает нерешительность вашего любимца. А я его поддержал в дирекции. По-моему, это прекрасная взыскательность молодого ученого. Между нами. Вы же знаете, сколько я сам вложил в эту работу. Но, честно говоря, еще очень сыро. Сыро.
Товарищ, мы уже больше часа потеряли на разговоры. Работать, 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 работать. Ты, говорят, отказался от защиты? Можно? Да. Товарищ Блинов просил прислать вам материалы по Илону. Поскольку диссертация откладывается, он хочет познакомиться и, быть может, помочь. Вот так он выразился. Что же придумал Дон Кихот эдакий? Я-то ведь знаю, что диссертацию тебе в совершенном порядке готова. Мне лучше знать, готова она или не готова. Он же обдерет тебя, как липку. Ладно, иди, я пришлю. Писать. На, отнеси этому. Значит, все-таки испугался. Замолчи ты! Уж тебе-то... Послушай ты, если женский голос скажет, что меня нет и сегодня не будет. Да. Нет, Лебедянского нет. Знаете что, попробуйте ему позвонить через 5 минут. Да. Ну и темперамент у твоей знакомой. А голос приятный. Ну вот и все. Теперь, Алешин, мы с тобой совсем провалились. Два дружка-подденщика известной фирмы. Да. Ах, это все-таки вы? Да, я не хочу говорить. Да, я не хочу встречаться. Ах, ты хочешь всю правду? Ну, хорошо. Я буду дома часам... 8. Взялся? Ну ладно, пусти. А я, понимаешь, мимо проходил. Ну ладно, пусти, тебе говорят. Ну куда ты торопишься? Дурак, путается тут. А я тут, понимаешь, совершенно случайно. Угу. Не нравится. Здравствуйте, Евдокия Федоровна. Ой, Саша, как хорошо, что вы пришли. Скажите мне, милый, что с ним? Этого никогда с ним еще не бывало. Ну, вы же знаете, задерживается диссертация. Нет, нет, здесь что-то другое. Его что-то мучает, я же это чувствую. Ничего, Евдокия Федоровна, не волнуйтесь. Все трясется, не волнуйтесь. Только что из двери выпорхнула очень милая девчушка. Все вынюхиваешь, саботажник.
Уж не она ли ты звонил? Хватит. Больше не могу. Сейчас я убью тебя, ну-ка. Убей. Ну, бей. Бей, гадина. Я давно этого жду. И для этого ко мне и приставлен. Проспись, химик. Хорошо получилось. А все-таки Лебедянский крепко поверил, что ты работаешь на саботаже, а? Вот тут и оно. Боюсь, что наоборот. Кажется, не я, а он меня разоблачил. То есть как? А вот после того вечера в квартире я, конечно, беспокоился, как будет дальше. Но на следующий день Лебедянский в институте меня встретил так, как будто абсолютно ничего не случилось. А после работы даже пригласил в кафе. Когда мы оттуда вышли, ну, подвыпили, трепались, как обычно. А там по дороге есть общежитие педтехникума. Стриптиз коллективный. Вот скажи, ты бы хотел иметь шапку-невидимку, чтобы проникнуть туда? Не, я не созерцатель. А, ты деятель. Впрочем, сейчас и на шапку-невидимку есть управа. Стоит, скажем, ревнивой супруге пометить своего благоверного изотопами... И отправить тут же на тот свет. Ну чушь, изотопов в небольших дозах безвредны, как молоко. Но счетчик радиоактивности безошибочно обнаружит любимого. И жена сможет проследить каждый шаг его на пути греха, даже если он хитрюга, совсем неуловим. Что? Хороша идейка. Понимаешь, он же не случайно подсказал мне эту идею. Изотопы. Вот что нам нужно, чтобы добраться до неуловимого Рубцова. Явная провокация. Ты же сам признаешь, что Лебедянский тебя раскусил. Он с тобой теперь играет, как кошка с мышкой. Зачем? Допустим, Алешин пометит порошок изотопами. Лебедянский тут же со счетчиком в руках проверит и убедит, что мы клюнули. Что Алешин действительно горе-сыщик. Они немедленно свернут свои махинации, мы концов не найдем. Убедительно. Да нет, я же понимаю, что факты и логика против меня. Ну вы поймите, я ведь знаю Лебедянского как себя. Я же вижу, как он мне ищет выхода. А то, что он нам подсказал про изотопы так откровенно, для меня это доказать, что он не обманет. Просто он руку нам протянул. Поздравляю. Работник ОБХС об руку с преступником. Ну почему бы и нет, если я вижу, что в нем еще можно спасти ценного человека, творческого, нужного. Адвокатское слюнтяйство. Этим займется суд. А настоящий сыщик по натуре охотник. Он весь устремлен к одному, чтобы выследить и затравить зверя, не дать ему выкрутиться. Так это натура-то не охотник, а охотничьи собаки. Ну, хватит. Можешь идти. Парень, да он ничего, добрый. Хочет перевернуть весь мир. Но это скоро пройдет. Пройдет, говоришь? Да. Ну, если пройдет, то на пенсию надо. Что вы предлагаете? Изъять Алешина из института. Дальше. Немедленно брать Лебедянского, саботажа и всю эту компанию, пока не замели следы. А что мы предъявим суду? Будем выжимать показания? А Рубцов? На него вообще ничего нет? Договор-то у него законный. Сделаем так. Алешина из института убрать. А все-таки порошок пусть он пометит. Я возражаю, Николай Иванович. Я не хочу участвовать в этой авантюре. Я подам рапорт.
Рискнем. Да? А его нет. Он болен. Болен? Что-нибудь серьезное? Алло, алло! Что, Алешина и сегодня нет на работе? А он, бюллетень, Анатолий Борисович. Звонил, сказал, что у него высокая температура и грипп. Я вас очень прошу. У меня дело серьезное, и товарищ Николаев мне сказал, что я могу обращаться прямо к нему. У него сейчас совещание, потом он идет к комиссару. Николай Иванович. Подожди, Лидочка. Я доложила полковнику, он вас примет. Спасибо, не надо. Комбината можно отправлять? Ну, сделай должен дядя Костик. Да положить свои пакеты. Позови-ка мне Марфу Ивановну. Хорошо. Сейчас перейдет. Анатолий Борисович, а как насчет порошка? Направляйте. Ты меня звал, Анатолий Борисович? А, да-да. Вот что, уважаемый Марфа Ивановна. Надо вызвать слесаря и починить замок. Хорошо. И, Марфа Ивановна, давайте почистим этот шкаф от всяческой скверны. Надо выбросить все к черту. Помыть, так сказать. И поставить полки на место. Это ты не убежишь, не провалишься в преисподнюю. Ты меня извини, тогда поступил как последний свинья. Но главное, ты жив-здоров. Да. А что с тобой? Что-нибудь случилось? Ничего, просто меня увольняют. Ну и слава богу, радоваться надо. Вот я радуюсь. Объяснить по-человечески, это выше твоих сил. Ну да, это величайшая тайна. Так и у меня работа, понимаешь? Вот этого мне объяснять не надо. Нет, надо. Надо. Ну, теперь ты поняла? Все кончилось тем, что мне пришлось уйти из института. Кстати, Лебедянский очень надеялся на твою статью, ты понимаешь? При чем тут я? У меня статья давно готова. Но теперь я ее могу показать ему? Да, спасибо. Институт товарища Лебедянского. Эх, его нет. А когда он будет? Неизвестно. Слушай, ну если он сбежал, все рухнуло. Я провалил очень важное дело.
может быть, надо было действовать тоньше, умнее? Неужели я ошибся? Неужели я не прав, а? Только так ты должен был поступить. Только так. Да, Алешин слушает. Да. Да. Сейчас. Сейчас. Тоня, звонил Николай Иванович. Только что пришел Лебедянский. Понимаешь, сам пришел. Можно? А, заходи. Заходи. Ну вот, и деньги принес. Удивлены? Нет, не очень. Понятно. Скажите, а давно вы его раскусили? Нет, на днях. Ну а как? Интересно все-таки. Очень уж деликатно он со мной обошелся. Как? Ну, выпил я однажды. Да. Ну, стычка у нас была. Ну, знаю, подрались. Он не бил в лицо. И вы подсказали ему пометить порошок? Да. И убедившись, что Алешин порошок пометил, все-таки отослали его Рубцов. Да, отослал. Я сам этого хотел. Ну, ладно. Я только одного до сих пор понять не могу. Ведь Сабодаш его лично сам устроил ко мне в институт. Вот с этих двух билетов все и началось. Да. Иду. Подпишите ваши показания. Прочтите сначала внимательно, а потом подписывайте. Ну, здорово. Я рад, что тебя хватил. Я знал, что ты придешь. Ну, что там в Риге, Андрей? Я Алмаз. Мы на месте. Мы на месте. Ждем. Это он? Да, Рубцов. Давайте, товарищ капитан. Не надо. Нет, нет, поверь мне, она совершенно никакого отношения к этому делу не имела. Ну, совершенно никакого. Странно все-таки. Знаешь, девушка выбежала от тебя такая расстроенная. Если ты не хочешь говорить, нет, так нет, ты извини. Это была дочь Рубцова. Что? Ты понимаешь, это очень лично. Я не хотел бы... Я тебе сказал всю правду. Она здесь совершенно ни при чем. Может быть, ты мне не веришь, что его дочь... Ой! Если б я раньше понял, что она ничего, абсолютно ничего не знала. Ты знаешь, что с ней случилось? Да. Она погибла. Я Алмаз. Счетчик работает. Следую за автофургоном 0798. Поехали. Познакомились мы случайно в ресторане, куда пригласил меня Рубцов после выставки. Она зашла попрощаться с отцом, занесла ему ключ от номера.
вы сегодня уезжаете? Нет, я с отцом не уезжаю. Я ведь учусь здесь, в консерватории. О, когда-нибудь вы станете знаменитостью. Что вы? А вы ученый? Вроде. Я еще ни разу не встречала ученых. По-моему, это самые интересные и глубокие люди. А вам не хочется заглянуть в эти глубины? Хочется. А знаете, Юля, вы ужасно милый парнишка. А как я могу вас увидеть? Очень просто. Я почти каждый вечер бываю в филармонии. Ее отец до самого конца так и не знал, что мы встречались. Это она? Она. Я не любил ее. Может быть, потом бы из этого что-то выросло бы. Но чем больше я запутывался в этой истории с ее отцом, тем невыносимее становились мои встречи с ней. Я оборвал. А Юлия... А Юлия мучилась, ничего не понимала. Хотела, чтобы я объяснил ей все. Ты представляешь, в каком я состоянии находился в тот день, когда ты говорил с ней по телефону? Но я еще выпил перед ее приходом для храбрости. Когда она пришла, я уже не рассуждал, не жалел ее. Я рассказал ей все. Про отца, про Сабодажа, про себя. Но ведь ты ничего не знал. Скажи, что не знал, они обманули тебя, правда? Вот как ты предлагаешь. Отца, значит, а меня все-таки вытащить и умыть. Благодарю. Только я не хочу ни любви, ни омовения. Тошно. Подожди. Ты ведь всю правду хотел. Так вот, сперва я врал себе, наивничал. Но в глубине души уже тогда все с самого начала понимал. Когда с тобой танцевал, уже все понимал. Только вот не ожидал, что с такой скотиной, как Сабодаж, мараться придется. Папенька твой это изящнее проделал. Ну вот. И корчился, и трусил. А деньги все-таки брал. Если ты лжешь, это подло. А если это правда? У нее был близкий человек, который ее очень любил. Ее отец очень любил. В тот же вечер она поехала к нему в Ригу, надеясь... Я даже не знаю, на что могла она надеяться. И там... Узнал я уже потом, рассказала мне ее квартирная хозяйка. Вообще еще неизвестно, как все это случилось. Автоинспекция считает, что это несчастный случай. Шоссе было мокрое, шел дождь. Руки женские. Вот. Разбилась она ужасно, изуродована так, что хранили в закрытом гробу. А что на душе у нее было тогда, таких фотографий нет. После объяснения с отцом... Она бросилась к его машине. Он стоял рядом, смотрел и не остановил.
Это тебе рассказал ее квартирный хозяйка? Нет, Рубцов. Рубцов? Да. Он вчера был у меня. Работу прекратить! Всем оставаться на местах! Подумайте, да у них тут целый подпольный цех. Работали с размахом. И представьте, на производстве у нас эта публика звезд с неба не хватало. Ничем не выделялась, а тут поди ж ты. Что значит материальная заинтересованность? А вы посмотрите, какие фабричные марки. Самые заграничные. Ох. И ловко сделано. Блеск. Париж, Лондон, о, Стокгольм. Учитывает покупателя мерзавца. Ведь на такой ярлык в комиссионке, как мотыльки летят. Ну, что говорить? Нет, все-таки надо прямо сказать. Пережитки это само собой, но нет еще у нас этой гибкости, умения учитывать спрос. Вот это и порождает. А ведь это что ж, золотая жила. Для делового человека это все. Ну что ж, Рубцов, не будем друг другу нервы трепать, время терять. Вы видите, нам все известно. Отрицать что-нибудь глупо. Надо признаваться. Да, боже мой, конечно же глупо. Нет, нет, отрицать я ничего не намерен. Все признаю и свою вину признаю полностью. Вы, конечно, знаете о моем личном горе. А тут еще это. Что делать? Прошляпили. Лично я проморгал. Под самым, можно сказать, носом. Ах, вот как вы хотите. Значит, подчиненные по двери своего директора, а он и знать ничего не знал. Вот-вот, именно так бы я и выразился. Вас что, это не устраивает? Нет. Не устраивает. Ничего другого я не знаю. Ничего другого и быть не может. Ведь вы же все раскопали. Все вам известно до мелочей. Гораздо больше, чем мне. Можете идти. Андреева ко мне. Этим же поездом. Что вы говорите? Да. Приехали искать улики. Угадали. Не завидую вам. Звоните. Буду рад помочь, если смогу. Непременно воспользуюсь. Николай Иванович! Ну, желаю успеха. Благодарю. А то садитесь, подвезем. Да нет, нет, спасибо. Я на такси. Ну, что вам там с ожиданием? Садитесь, садитесь. Ну, что ж... Будьте добры, мне направо здесь.
извольте, куда же вы? Заедем сперва в одно место, тут недалеко, а потом и в Австрию. Ага. Значит. Понятые на месте? Так точно, все готово. Приступайте. Прекратить! Я запрещаю! Запрещаю! Как вы посмели? Кто вам дал право издеваться над мертвыми? Открывайте футляр. Слободаш, повторите ваши показания. Коротко. Рубцов вечером вызвал меня к себе, чего никогда не бывало. Показал закрытый гроб дочки. Плакал при этом. Ну, приказал достать точно такой же гробик. Накануне похорон ночью я привез, а настоящее мы с ним втихую вывезли. И зарыли.